Всем привет! И сегодня я очень рада, потому что обновление в котах выйдет. Так вот, новый геймпас с этими аксессуарами, их много. Вот такой вот. Первый. Это Фредди 2. Ну, ладно, сейчас не обязательно. Так вот, вот такая красота. И... ну, это можно покрасить. Вот, дальше. Так, это тоже покрасить можно. Ну, очень красиво. Ой, это будто бы мы какие-то дети. Ой-ой-ой. Это из Маши и Медведь. Ой-ой-ой. Какие? Повязка с Валентинками. Прикольно. Ой, боже, она может красиво. Так, дальше. Вот эта штука. С Валентинками. Красиво. О, ой-ой-ой, какой красивый браслет. Боже, я не могу. Вот такая красота. Очень нравится, честно говоря. Ну, великолепные вот эти аксессуары все-таки. И дальше. О, сейчас, посмотрите. Сейчас. Ой. Вот, нашла. Так, сейчас, вот. Боже, ну это прекрасно. Я не могу, какая красота. Дальше, что тут еще есть? Угу. Такая штука. И бантик. Такой реалистичный прям. На, ой, ну это уже понятно. Это что? Ой, я как красиво. Боже. Красота. Ой, вот это вообще уже прям, ну, красота. Ну, красота. Ну, ляпота. Дальше пакет мехов. Так, это уже было. Так вот. Появился еще вот эта вот штука. Блюбери лавр. Ой, сейчас, боже, ладно, так, ну, ладно, вот, я добавлю это себе на уши, на новый скин. Боже, ну, красота, нет, да. Заходим в племя теней, ну, просто мне тут сразу. И будем смотреть обновление на карте. Ну, тут стало все таки как во время весны. Хотя сейчас и зима, а обновление само так к 14 февралю. Февралю. И так как понять? Неужели февраль это уже весна? Ну, не понимаю, почему сделали все таким прям, ну, весна. Так, дальше лагерь розового племени. Тут тоже довольно большие измены. Ну, изменилось тут все так. Ну, красота. Вот жалко то, что снега это не было так много. Ну, ничего. Так, сейчас хочу посмотреть, кто как изменился. Ну, никто. Ни белка, ни мышь, ни птица, ни кроль, ни крыса. Ничего не изменилось. Ладно. Дальше посмотрим, что тут у нас в речном племени. В речном племени, так, боже, ну красота. Ну, боже, ну, я не могу. И лед убрали даже. Боже, я не могу, как это тут все красиво. Боже, ну, красота, ну я не могу. Как будто бы прям, ну, и не весна, и не зима. Хотя это и тут как-то не зима. Ну, просто... ну, лето. Так, все, мануалочку вернем. Ой, давайте-ка на кого-то лучше поохотимся, посмотрим. Может, кто-то все-таки изменился, а в хранилище не изменились. Еще и бродяг там посмотрю, и племя ветра. И это, ну,
домашних. Так, я была уже в трех племенах. Четвертое дикое племя – это ветра. Ой, племя ветра. Ну, так, ну тут тоже все изменилось. Тут просто великолепно. Тут все великолепно. Боже, все это... Я не могу, красота какая! Боже, слов нет, какая красота. Мне кажется, уже все поняли, что это красота. Ну, ладно, давайте-ка тут, может, на короля поохотимся. Посмотрим, кто тут, как тут. Как он изменился? Так, и дайте угадаю, это ведет в нору. Да? А, нет, куда-то другое. Или нет? Или да? Да, в другое ведет. Так. Ага, и ведет оно у нас на пустое место. Ну, да, короля тут все-таки не оказалось. Ну, ладно. Пойдемте посмотрим рыбу. Ну, ладно, все-таки же словлю рыбу. Ну и все. Посмотрю, какая она изменилась. И, кстати, да, если это будут новые коды, то в следующем видео я вам покажу их. О, там запах жабы! Видите там? Сейчас, не вот это. Вот, видите запах? Ой, запах. Жабы запах. Эй, кот, иди отсюда, я буду за ним охотиться. Ой, за ней. Ну, лягушка. Ну вот. Так, и куда ведет? Ну. Ну и где она? Все ж таки нету. Ну, где мне ее найти? Ну, ладно, она нам не нужна. Не нужна. Нам нужна только рыба. Ничего больше нам не нужно. Так. Ждем рыбу. О, вот, словила. Теперь телепортирую. Так, сперва хочу к домашним котам. Во, а тут довольно знатно изменилось. Но картины это не убрали. Ой, нашу любимую троицу. Ну, вашу не знаю, но моя любимая троица котов-воителей. Круто, бог. Сейчас еще огнехвост. Ну, или же... Ой, так, там горел. Ой, огнезвездик. Или же огнехвост, или огонек. Или же фаерворк. Ну, так, горелка. Всеми любимый горелый. Ну, не всеми. Я не знаю, у вот этого бро есть хейтеры? Мне кажется, что нету. Вот особенно у крутобочка, наверное, нету. Мне интересно, у каких-то из вот этих вот котов есть хейтеры? У Щербатой, у Крутобока, у Горелого. Или еще у... Так, кого-то... Пестролистой, вот. Так, дальше. Ну, в амбаре ничего не изменилось. Так что, ну, в амбаре самому не изменилось, а на улице, да. Снег растаял. Жалко якобы, что карта не была засыпана вся полностью там снегом, но... Ладно. И так сойдет, в принципе. Так, с рыбу ставим сюда. Хватит есть. Да хватит есть! Во, все, берем. Так,
Ой, боже, как красиво. Ой, упала. Ну, ничего страшного. Ладно, ну а на сегодня все. Всем пока-пока. И не забудьте подписаться на канал.